Всем привет, друзья! Очень рада видеть вас в гостях на канале. И сегодня мы с вами будем говорить о косметике. Поговорим с вами о косметике Faberlic. У меня пришел новый заказик, коробочка. Я уже успела большую часть этих средств протестировать, так что могу высказать свое мнение, свои впечатления по поводу новой линейки уходовых товаров для волос под названием «Эксперт». Так, друзья, выставила сейчас из коробочки уже все перед собой, чтобы удобнее было вам про эту продукцию рассказывать. Постоянные зрители моего канала знают, что я заказываю Faberlic уже на протяжении нескольких лет и постоянно там беру шампуни. Мне нравились шампуни из серии Expert предыдущего формата. И вот когда вышла обновленная линейка, естественно, я захотела их попробовать, потому что те форматы, та продукция мне очень сильно понравилась. И для моих видавших виды волос она подходила просто идеально, потому что там шампуни, там бальзамы были супер питательные. Но о чем сегодня мы с вами будем говорить? Обновленная линейка, заказала все, что только могла, потому что, ну, прям очень сильно хотелось все попробовать. Ну и давайте начну, наверное, вот с такого черного шампуня. Черный шампунь – это у нас шампунь детокс с активированным углем, ну, естественно, в таком оформлении. В составе также имеются экстракты планктона, крапивы, пыльцы, перца, яичного желтка, зародышей пшеницы, хинного дерева, цветов арники и пфафии. Что такое пфафия, вообще не знаю, нужно будет поискать в интернете. Подходит для всех типов волос и отвечает за глубокое очищение кожи головы и волос. Для жирных волос именно такие шампуни подойдут больше всего, потому что они убирают ту самую пресловутую жирность на волосах, и я уже успела опробовать, эффект, в принципе, мне понравился. Я протянула целых 2 дня и не мыла голову. При этом у меня постоянно, я мою голову каждый день, да, у меня вот такие противные волосы. Эффект мне понравился. Шампунь черного цвета, выглядит красиво. И да, друзья, сразу хочу обозначить ценовую категорию. Эти с шампунью бюджетные, они стоят до 200 рублей, и при этом, если вы зарегистрируетесь на сайте, можно на всю продукцию Faberlic еще получать дополнительно скидку в 20%. У меня некоторые шампуни выходили вообще по 127 рублей, и это дешево, так что ссылку на регистрацию, на все артикулы этой продукции я оставлю внизу в описании, если заинтересует, переходите, смотрите. Далее, что еще я заказала? Это линейка 3D Volume, тройной объем. Я заказала как сам шампунь, но и в комплект заказала вот такой бальзам. В составе у нас также экстракты планктона, пыльцы, крапивы, хинного дерева, зародышей пшеницы, цветы арники. И вот в комплексе 2 этих средства работают хорошо. Придает объем волосам, восстанавливает, увлажняет волосы и при этом насыщает питательными веществами. Как раз вот сейчас я помыла вот только что утром голову при помощи вот этого комплекса. И посмотрите, ну, мне кажется, смотрите, какой объемчик стоит, неплохо, мне нравится, и волосы вот такие, знаете, они прям промытые, они легкие, но при этом не пересушенные. И еще использовала эликсир специальный, он из другой линейки, тоже про него расскажу. Эликсир просто супер шикарный, и вот вместе, вот комплексом тоже мне вот эта линейка понравилась. А далее, серия ультрапитания, ультрасила, ультрапауэр. Я тут взяла шампунь и в комплекте масло. Шампуни тоже у нас имеют, в принципе, такой же состав. Экстракты крапивы хорошо влияют на кожу головы. Интенсивно питает, бережно очищает кожу, насыщает питательными веществами и укрепляет волосы от корней. Это про шампунь. Ну и, в принципе, маска у нас точно такая же по составу. Насыщает блеском. Ее необходимо наносить на влажные волосы на 3-5 минут, а потом смывать. Тоже масочку успела опробовать. Наишикарнейшая. Вообще, вот маски у Faberlic, особенно вот эти, которые в банках, они почему-то настолько сильно питательные, что вот эффект у меня виден. Эффект на волосах просто шикарный. И также мне нравится объем.
этих масок хватает на очень долгое количество времени, потому что их необходимо совсем-совсем чуть-чуть, и тем более, когда наносим маску на влажные волосы, она распределяется намного лучше. Главное, чтобы волосы были тепленькие, такие хорошо пропаренные, чтобы маска проникала туда, в структуру волос. Далее, что я еще не пробовала, это шампунь 2 в 1, шампунь и кондиционер. Пока еще не успела, но мне показалось, что будет удобно, когда нет времени, чтобы нанести маску, чтобы помыть волосы, чтобы нанести кондиционер, а вот именно быстренько 2 в 1, нанес, помыл, и сразу волосы и очистились, и смягчились. Вот для этих целей будет подходить просто прекрасно. Далее, два средства, это шампунь и бальзам для волос, серия защиты цвета. Успела попробовать, но пока толком сказать не могу, насколько хорошо они будут влиять на защиту цвета, потому что я свои волосы красила недели две назад. Нужно вот эту линеечку будет тестировать именно сразу после окрашивания и смотреть, как будет вымываться пигмент, но при этом мне понравилось, как бальзам особенно классно смягчает волосы. Шампунь тоже работает хорошо. В принципе, цвет у меня сохранялся вот точно такой же, как и при использовании вот этого шампуня. Возможно, был какой-то, да, блеск, но волосы у меня выглядели так же. Я не знаю, хорошо это или плохо, пишите в комментариях, но вот этот бальзам мне понравился по смягчению, и мне кажется, его можно использовать даже сразу после окрашивания волос, особенно такими красками, как Palette, Garnier Color, которые пересушивают особенно кончики волос, и вот этот бальзам хорошо будет кончики смягчать. Вот это, да, я потом протестирую, пока довольна. И самое, наверное, класс, самая, наверное, супер питательная серия, линейка, я ее прямо заказала полностью из всех четырех средств. Это серия «Глубокое восстановление волос». Тоже успела опробовать. В составе у нас шампунь вот в таком цвете, нежно-болотно-зеленом. Тут у нас тоже те же самые ухаживающие компоненты, но в составе дополнительно идет масло амлы. И вот именно масло амлы вот прям настолько сильно питает волосы, что они становятся прям очень живенькие. И в комплексе еще хорошо работает бальзам для волос, маска. Маска суперпитательная, также наносила на 5 минут, и эффект был сразу заметен. Смотрите. И хочется отметить еще приятный аромат. Вот у них такая приятная отдушка. Она не какая-то дешевая. Она, знаете, как будто отдушка туалетной воды. Мне кажется, в линейке Faberlic есть и туалетная вода с такими ароматами. Вот эта линейка пользоваться приятно. И потом волосы сохраняют свой, вот этот приятный аромат, пахнет просто, я бы сама по своей волосы нюхала. И вот из этой серии тот самый классный эликсир. Он называется... Сейчас... Он так и называется, эликсир «Глубокое восстановление», интенсивно восстанавливает, питает волосы, возвращает волосам силу, блеск и мягкость. И тут также в составе есть масло амлы. Его можно наносить как на влажные волосы после мытья, можно его наносить на сухие волосы перед укладкой. Его необходимо совсем-совсем чуть-чуть, буквально 2, но если волосы длинные, 3 нажатия, вот так вот разогреть его в ладошках, чтобы масло вот хорошо разогрелось, и нанести на кончики. Вот сейчас я нанесла перед укладкой масло на кончики, и они просто шикарнейшие, мягкие, настолько классно, довольна. И знаете, еще заметила интересный побочный эффект этого эликсира, что он смягчает не только волосы, но еще и пересушенную кутикулу на ногтях, на руках. Прям, знаете, как будто это специальное косметическое средство для ногтей. Ну что, друзья, в принципе, я осталась довольна этими новинками. Преобладает большое количество натуральных компонентов, масел, действующее вещество цистин, например, тот, который защищает пигмент от вымывания. В этой серии большое количество дополнительных аминокислот. В серии кондиционеров 2 в 1 это действующее активное вещество масло ши. Вот в этой серии 3 Devolium у нас протеины пшеницы и биотехнологический комплекс, который улучшает волосы. И тут, конечно же, активированный уголь, который выводит вот эту всю грязь. Мне линейка понравилась. Мне понравилось, что при
вот этом суперпитании, супером воздействии у Faberlic удалось сохранить ценовую категорию. Ну, давайте не будем врать, у нас сейчас у всех с деньгами очень туго в это время, и с работой плохо, и на лекарства уходит большое количество денег. И когда вот есть рабочий шампунь из бюджетной ценовой категории, это классно. Линейка мне понравилась, надеюсь, что будет расширяться и будут появляться какие-то еще новые шампуни, но об этом я буду вам рассказывать по мере выхода новинок. Кстати, на канале уже большое количество обзоров Faberlic, практически всю продукцию мы с вами успели протестировать, если вдруг не видели, переходите, смотрите. Ну а на сегодня это все, напоминаю, что ссылочка на сайт Faberlic, ссылка на регистрацию для того, чтобы получать 20% скидку и дополнительные бонусы будут внизу в описании, ну а также оставлю все артикулы всех товаров, которые были в этом обзоре, и подробное описание, чтобы вы могли уже более тщательно ознакомиться с ними на сайте. Если видео было полезным, поддерживайте его пальчиком вверх, подписывайтесь на канал, ну а мы увидимся с вами совсем скоро.